Всем привет! С вами Сергей, проект ПО. И уже середина июня, а значит уже время рассказать об очередных покупках. Я решил немного эти видео разделить. Сначала я расскажу о комиксах и артбуках, энциклопедиях, а потом я расскажу о фантастике, которую я тоже уже приобрел. Итак, сегодня комиксы, новинки комиксов. Начнем. Первый комикс вообще неожиданно вышел, его не ждали, его даже не было в списках ожидаемых у меня. Его как-то объявили сразу, как только он вышел из печати. Это комикс «Карнаж», называется «Семейные распри». Он включает в себя выпуски «Карнаж 1.5». Здесь история, в принципе, завершена. Комикс я уже прочел, мне понравился. Здесь очень рисунок такой классный. Вот. Ну, про него тоже сниму отдельное видео, обязательно расскажу. Но что интересно, сейчас прям какая-то волна вот этих симбиотов. Вы сейчас поймете, почему я так говорю. Вот комикс «Карнаж». Да, он вышел в издательстве «Камильфо». Сейчас же поступил в продажу и очередной том «Совершенного Человека-паука». Это томик пятый. Он называется «Совершенный Веном». Тоже о симбиоте, тоже издательство «Камильфо». И все связано с Человеком-пауком. Но есть еще и очередной томик в серии «Ашет», как мы ее называем, да. Это «Рыцари Марвел», «Человек-паук», «Новый Веном». Это уже 64-й том. Помните, да, коллекция все разрастается. Но говорят, что вещи очень хорошие. Я про этот комикс, я лично пока еще ничего не слышал, не читал. Но меня вот удивило такое совпадение, что вот сейчас тут «Веном», «Карнаж». Одновременно все так повыходило. Далее. Тоже уже номерной том. Это уже 4-й том. «Сорвиголова». Вот, включает он выпуски с 16 по 21. Думаю, пора уже снимать про «Сорвиголову», про эти первые 4 тома. Отдельный выпуск. Ну, обязательно расскажу. Что ж еще вышло? Уже издательство не «Камильфо», а издательство «Jellyfish Jam». Это «Новые люди». «Икс», и это уже 3-й томик у них вышел. «Не по силам» называется. Тут Бендис уже всю историю так сплетает. Я жду глобального события, где будут пересекаться все эти комиксы. Ну, тоже думаю, про это надо будет отдельно рассказать, потому что, видите, серию я скупаю, она действительно интересная. Мне, по крайней мере, нравится, как там все закручивается сюжет. Буквально недавно я рассказывал вам, что почитать из комиксов у издательства СТ по «Звездным войнам». И тогда я уже говорил, что буквально скоро поступит в продажу 3-й томик. Вот он появился. Это «Заряд джедаев». Это книга 3-я. «Война силы». Это завершающий комикс в трилогии. И события здесь происходят задолго до событий фильма. Вот здесь своя, так сказать, история возникновения силы и джедаев, и вообще самого названия. Ну, я про это... Посмотрите видео, рекомендую. Я там, в принципе, довольно подробно рассказал свое мнение об этих комиксах. Но история о «Звездных войнах» была бы не завершена без следующей книги. Наверное, самое шикарное издание, что я пока встречал, это энциклопедия «Звездные войны». Она огромная, но она такая классная. То есть я ее читаю. На самом деле она очень расширяет вообще понимание «Звездных войн». Здесь рассматриваются буквально, я бы сказал, вообще покадрово, наверное, все фильмы, вышедшие, ну, кроме «Пробуждения силы», потому что энциклопедия еще относится к прошлому году. Но здесь очень хорошо вообще разбираются мельчайшие сцены в фильмах, да, то есть там, не знаю, была какая-то сцена побега, например, они говорят, где там они находились, главные герои, кто вот этот персонаж. То есть каждого актера, который роль какую-то играл в фильме, они вот пишут, как его звали, ну, именно не актера, а именно этого персонажа. То есть они говорят, этот персонаж такой-то, такой-то, там, например, он был там адмиралом у Дарта Вейдера, погиб во время такой-то, такой-то истории. Здесь про... там про все события фильма. Здесь, по сути, пересказ полностью сюжета. Такой шикарный путеводитель. Если есть желание, могу снять более подробное видео или хотя бы полистать ее хорошо перед камерой. Пишите в комментариях, могу спокойно про это рассказать. Вот такие на сегодня у меня покупки в мире комиксов. Такие новинки вот вышли. Я надеюсь, вы что-то из этого себе подчеркнете, тоже прикупите. Читайте хорошие книги. С вами был Сергей, проект ПО. Пока!